Ребят, как-то я здесь убирался, поставил это наверх, и они спят на полу уже сколько времени, капец. И главное, они стащили вниз, ребят. Какие воспитанные они у меня. Одну муси им дадим, потому что у них тоже закончилось. Ну, они съели свою. А эти прям молодцы, хотя вначале они первые начали жевать. Подожди, не надо, а то муса бедный. Без мяча уже сколько времени. Муса как это для сигареты для него как. Тихо. Муса, иди сюда. Муска. Муска. Иди сюда. Иди сюда. Он в этой ямке сейчас там ночевал с мячом. Лежал с мячом. Все, бычку включил. Вот сейчас, не, Муска, стоп, стоп, оставь, нет, Багира, нельзя, не хитри, сейчас. Багир, стоп, Валер, Багира, нельзя, Валер, а то я сейчас уйду подеретесь, нафиг нам. Молодцы, дели-дей. Ребят, я в натуре похож на мусульманина, да? Наше дело, хардкор, пойдем куда-то. Ролик сделал, гуляй смело. Кстати, ребят, чеченцев нельзя в кулачные бои, в поп ММА, поэтому я отпадаю. Надо усы отращивать, под армянина буду косить. Давно не занимались. Возьми. Лучше бы ты ту взял, сейчас Киара открою. Все, позанимайся. Какая Кими стерва, а? Все ей надо, до графа докопалась. Так, пусть покатят. Если граф ей пиздюлей даст, я не против. Так, эти чего уже? Не устали вы еще там? Молодцы, молодцы. Еще позанимайтесь. Молодцы. Чё, Артур, делаешь? Работаешь? Сыном работает, за Веном. Да. Там Муса занимается. Сейчас. Графа с Кими отпущу. Вот, Кими, нарвешься, пусть тебе граф пизделей даст. Ты меня уже достала. Я побью плохой, пусть граф ее побьет. А на натуре я уже не знаю, как с ней бороться. Колобок газует.
Колобок, колобок. Молодцы. Молодцы. Оставь. Стоп. Нельзя. Нет, нет, граф, оставь. Сейчас будем заниматься. Нельзя. Нет, Кимми, нет. Нет. Граф. Нельзя. Сейчас. Нет, подожди. Нельзя. Граф, оставь. Нет. Посмотрим, что граф способен. Граф, возьми. Хорошо. Молодец. Хорошо, граф. Молодец. Кимми. Кимми, ну тебе в натуре, я тебе меры приму. Молодец, граф. Молодец. Чуть неправильно взялся. Стоп, оставь, граф. Стоп, нельзя. Фу. Граф, нельзя. Граф, нельзя. Граф, нельзя, стоп. Нет, нет, нет. Нельзя. Нет. Нельзя. С ума сошли. Нельзя. Пес, дурдом. Дурким, я тебя в натуре. Ты по-моему, конкретно. Марлю. Граф. Бесь. Молодец, граф. Молодец, граф. Молодец, граф. Молодец. Молодец, граф. Молодец. Красавчик, граф. Занимайся во всю красоту. Хорошо, граф. Хорошо, пацан. Молодец, граф. Посмотрите, какие с Кимми питбуль, да? Красавчик. Давай, Кимми, с тобой тоже. Так, сейчас графа отцепляем. Тихо, колобок! Сейчас, молодец. Граф закрутился, как мусор. Смотрите, смотрите, какой он азартный. Красавчик, граф, красавчик. Так, графа отцепляем или давай. Кимми, Кимми, иди сюда. Кимми, аккуратный. Молодцы. Кимми, Кимми, нельзя, Кимми, 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 нет, Кимми, нет, нет, Кимми, Кимми, нет, сказал, Кимми, нет, Кимми, Кимми, нет, выдержка, нет, ты чё, нет, сказал, Кимми, Кимми, возьми, Кимми, хорошо, хорошо, вдвоём это, хорошо. Граф уже плохо, да? Стоп, Кимми, оставь! Кимми! 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 Молодец, граф. Нет, Кимми! Что вот так? Молодец, граф. Распу... Кимми! Стоп! Оставь, граф! Нельзя! Фу!
Граб, нельзя. Блять, да что ты? Не слышишь, что ли, меня, а? Да, я здесь слышу. С ума меня сведете, блин, а? Блять. Граб, иди гуляй, иди гуляй. Нельзя. Сейчас заделаю. Пипец, они меня с ума тут сводят. А? Молодец, Тимка. Молодец. Нельзя, граб. Нет. Нельзя. Нет. Нет. А глаза горят у него. Нет. Нет. Нет, граб. Сейчас на удочку бежим. Граф, оставь! Граф, оставь! Нельзя! Уйди! 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 Нет! Нет! Нет, сказал! Нет! Нет! Да ёб! Нет! Нет! Уйди отсюда! Нет! Нет! Нет, говорю! Нет! 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 Нет, говорю! Нельзя. Нет. Нет. Молодец. Так, Кими, оставь. Нет. Кими наелась так, что у него живот там километров. Кими, только больно ему не делай. Смотри. Хорошо. Ладно, хватит. Стоп, оставь! Граф! Граф! Оставь! Граф, оставь, говорю! Нельзя! Граф! Граф! Нельзя! Нет! Все, нельзя! Да. Ты получишь у меня, а? Все! Вот так уже азар в полную меру у него. Все, нельзя. Ну эти парни. Честно, не думал, что он будет такой азартный. Он никогда не был азартным. Откуда у него кровь у графа? Вот кровь, видите? Это вот эта дура может сделать. Ребят, ну блин, честно, тупая. Вот она, моя девочка. Ты моя сладка. Ты моя сладушка. Снежка моя. Обнимашки. Как на море кайфуют. Так, Артур, поехал я за машиной. Смотри, котята пропадут. Я за выкуп ничего не дам тебе, сразу говорю. На этом ты не заработаешь сразу. Сердца нет у тебя.
Вот так вот шефа на оке катают, блогера. Что такое? Блогера шефа на оке катаешь. Ой, ты можешь блогер, брату, машину купить? Вот блогер. А, ты ждал этого момента. Спасибо. Поехали. Все, ребят, ведь помыть ее надо только. Черная стала. А, и тут, вау, прикольно. Ребят, бутылка называется. И спереди. Классно. Уже не должно. Ух, тут вообще темень. Охренеть. Ну а что делать, ребят? Зато будет не жарко, собачка. Вот так вот, ребят. Передок тоже тонированный. Это бутылка называется. Она подходит под допустимую. Чё там? По ГОСТу. Чё-чё? По ГОСТу, да. Это о чём подходит? Да что-то было. Вот разгладили ее. Все стекло. Короче, на ней еще пленка была, ее оторвали сейчас. Так, все снимем. Лучше молчи. Лучше молчи. А то сейчас тоже не выскочит, если. Ребят, совсем другой вид, отвечаю, как дорогой иномарки. Приехали, ребят, покушать. Тут такие хорошие девчата работают. Всегда мне одно и то же дают. Такао, роллы, все, больше ничего не предлагаю. Девчонки, а вы верите, что я блогер? Не похож на блогера, да? Вот так вот, ребят, не верят мне, не верят в Апшеронске. Вот как жить? Как с этим мириться, а? Как с этим бороться? Еще раз скажи. Они меня нашли через Яндекс. И что тут есть? Ты серьезно? Мужчина, человек, щенки, питбулер. А что ты смеешься? Ты животных не любишь? Люблю, особенно питбули. Ребят, короче, они не верили, забили меня вот так вот. И узнали, как меня зовут, просто по фото. Меня с фейс мой сфоткали, призывают. Что еще обо мне узнают? Там не написано, когда я женюсь или... Это не то. Ребят, именно на бои вышли. Ах, что за хрень, а? Так, убирай, это не тот канал. Это левый канал. Так, делай нормальный канал. Нашли бои мои. Вот так вот и люди потом обо мне думают. Видите, девушка тоже заинтересовалась. Вот так вот и будем выкручиваться, а то что-то просмотры упали. Короче, ребята, остановили меня сотрудники. Прикол за тонировку. Ну, в общем, нормально. Ну как? Надо, чтобы подсохло, а то чуть недопустимо. Допустимо 75 пропускаемости, а у меня там 67,5. Но позвонил, сказали, подсохнуть должна. Как подсохнет, типа, будет 75. И надо же, именно когда в этот день сразу остановились. 100 лет уже меня не останавливали. Как-то так. Ну, давай. Давай, спускайся. Ты моя сионечка. Пойдемте, нам волков отпускать-то. Гулять. Идите гулять. Я прыгать не сбил. Молодец, колобок. Уже не дурак, не бегает, ждет, пока сама прыгает. Юбка. Это Лунина юбка. Отбегает так, как быстро. Садай, да, успокоился. От кадра. Вот вы кадли такие, такие колеса. Кадли такие, голова. Молодец. Юпочка моя.
Я говорю, а Яврик, я соскучился за тобой, и все началось. Все, все, да, да. Да, вы все молодцы. Подожди. Так, все еще молодцы. Тихо, тихо, тихо. Тут пакеты, подожди. Пакеты, блин, как не снесешь. Ну, не ждет. Соскучился я по Яврику. Соскучился я по Яврику. По рабочку. По всех, по всех молодцы. Давайте, ну. Все, я расчет. Иди сюда. Иди сюда. Спать, короче, доказывает. Ты умнички. Спайк решил наказать. Молча. На луну, на луну. Луна. Вот Киара тебе ждаст. Звездюли. О, Яра. Думаю, тут больная, да? Получишь. Чего вы голосите, а? Тихо. Колобок, ну подожди. Так, что такое, а? Вы чё? Что такое, не понял? Вы ж уже подружились. Опять на тебя? А Яврий? В чём проблема? Я не понял. Начинается. С Кими что ли течь начинает что-то? Такой граф так слегка пристает. Так, ладно, надо смотреть, как граф. Слушайте, может Кими течет и поэтому и Аяврик злится? Что-то защищает. Что-то вон граф поднюхивает ее, но вроде у нее ничего еще нету. Может начинается. Идиллия у нас. Эти кушают. А эти ждут своей очереди. Пойдем. Давай. Пойдем, пойдем. Маяврик, пойдемте. Пусть они кушают, не мешают. Ребят, на нашего Яврика посмотрите. У него истерика. Яврик, давай вали. А Яврик, чё ты? Колобочки здесь. Вот я тебе, он сейчас еще успокоился. А тут мечется, скулит. Ты что, трагедия, вечер. У него как вечер перед сном или вольер, у него трагедия. Да, я прикольно. Вот такое, например, оп, бзик. Вот надо понимать, что это волчье тело. Или помеси так ведут себя. Танцы со звездами. Поцелуй. А я говорю, чё Кими не идёт? А она ж поела сегодня, полный желудок у неё. Всё, ладно, иди кушай. Двери оставим открыты, чтобы погуляли эти, потом те. Всё. Нац. Наша молодёжь не получает внимания, бедные. Их не прыгать, их багет. Вот из-за того, что прыгает вечно. Ну, только ж нормально. Ох, там у меня мясо, подожди. Я ж кошкам поставил, капец. Ё, пролился.